56-летняя Лолита Милявская высказала свою главную надежду на 2020 год. Эпатажная звезда захотела найти адекватного мужика. Развод 56-летней певицы с 44-летним тренером по сквашу Дмитрием Ивановым стал одним из самых громких скандалов российского шоу-бизнеса в уходящем году. Исполнительница хита на «Титанике» заверила, что уже отошла от этой катастрофы. Милявская заметно похудела. Поп-звезда утверждает, что готова к новой любви. «Женщины всей нашей страны смотрят на меня и думают, если у этой будет шестой, значит, у меня будет хоть первый. Дедушка Мороз, сделай так, чтобы не пил, не курил. Этого мало. Чтобы не был альфонсом, нарциссом, просто чтобы был адекватным работающим мужиком», высказалась Лолита в эфире программы «Центральное телевидение» канала НТВ. Вместе с тем, в студии шоу «Звезды» сошлись своим мнением о расставании певицы и спортсмена поделилась его дочь. Анастасия Иванова считает, что причиной разрыва стали частые гастроли Милявской. Девушка отметила, что ее отец старался побольше времени проводить на работе, чтобы не оставаться в опустевшей квартире. Анастасия сообщила, что узнала об их разрыве от самой Лолиты. По словам девушки, когда мачеха решила развестись с ее отцом, то первым делом позвонила ей. Их разговор длился полтора часа. На шоу «Секрет на миллион» Милявская заявила, что подарила мужу конверт, в котором находились 7000 евро. Так она оценила прелести супружеской жизни на протяжении 7 лет. «Но на его глазах две штуки я вынула, за некачественное обслуживание. И он взял», — заверила певица. Однако дочь Дмитрия Иванова опровергла ее слова. Анастасия отметила, что Лолита не давала ее отцу эти деньги. Скандальный развод расколол звездную тусовку. Ксения Бородина осудила Милявскую за откровения об изменах мужа. Дмитрия Иванова разоблачили на «Детекторе лжи» в студии Первого канала. Лолита похвасталась, что у нее на этой неделе был секс.